Стремление видеть нашу страну сильной и независимой продолжает объединять белорусов. У мемориального комплекса в Сычково бобручане встречают участников республиканской акции «Символ единства». Этот масштабный автопробег, приуроченный к году исторической памяти, стартовал 12 сентября в Полоцке и сплотил людей разных возрастов, профессий и увлечений, влюбленных в Беларусь. Мы с радостью сегодня встречаем нашу общественную организацию патриотов. Присоединяемся к акции «Символ единства». Автопробег – это единение нашего народа, наших профсоюзов, нашего всех трудящихся, в том числе и города Бобруйска. Мы вместе, мы за процветающую Белую Русь. Акции такого рода в очередной раз позволяют нам отдать дань уважения нашим предкам, которые сражались за нас, объединиться, почувствовать себя единым целым, почувствовать себя одним народом, еще раз всем показать и доказать, в том числе и всему миру, что мы едины, что мы непобедимы. Акция проводится по инициативе Республиканской общественной организации «Патриоты Беларуси» при поддержке Федерации профсоюзов. В области автопробег стартовал 10 ноября. Позади уже десятки населенных пунктов. Следующий – Бобруйск. На площади Победы многолюдно. Вместе под государственным флагом трудовые коллективы, общественность, молодежь. Тот самый случай, когда один за всех и все за страну. Наследники подвига белорусского народа искренне поклоняются героям Великой Отечественной. Подарок горожанам – макет Беларуси с символическими шестеренками. На аллее героев устанавливают информационную табличку с QR-кодом. Здесь можно узнать все о месте, которое чтят благодарные потомки. Бобруйск – супергород. Люди очень доброжелательные. Видно, очень много народу для выходного дня собралось. И это очень радует, что у нас очень много патриотов в Бобруйске. Акция «Символ единства» она становится уже традиционной, проводится второй год подряд. И главная ее цель и задача – объехать все 118 районов нашей страны. И тем самым объединить их. В этом году мы сплочаемся вокруг сохранения исторической памяти. За 4 дня автопробег побывает во всех районах области. Участники проедут 1200 километров. Завершится патриотическая акция в конце ноября. Каждый населенный пункт внесет свой вклад. Деревянную шестеренку в общий часовой механизм, который соберут в финале. Символ того, что белорусы едины. И в этом наша сила. Татьяна Горбач, Максим Галеонко, Бобруйск 360.